Привет, это Осетия Ньюс и наша подборка новостей. 1 июня жители Осетии смогут бесплатно пройти медобследование в Центральном парке. У главного входа со стороны проспекта Мира будут расставлены шатры здоровья. Каждый сможет узнать вес, уровень глюкозы, холестерина в крови, сделать ЭКГ и получить другие медицинские услуги. Студенты Северной Осетии проверят знания в квесте. 5 июня его проведет исторический факультет СУГУ. Чтобы пройти испытание, нужно вспомнить все факты о Костахе Тагурове и его произведениях. Материнский капитал можно будет потратить на автомобиль. Такое предложение внесли накануне в Госдуму. К слову, в законопроекте пишут об отечественных авто. Это все главные новости на сайте osetia.news.